Продолжение темы. В Ленинском городском округе Видновская районная клиническая больница была переоборудована под лечение больных ковидом. Наши врачи приложили немало усилий, чтобы помочь местным жителям побороть эпидемию. Накануне профессионального праздника медиков муниципалитета посетил депутат Московской областной думы Юрий Липатов, чтобы вручить докторам отличительные знаки за труды. Врачи, в свою очередь, выразили большую благодарность за проявленное внимание. Я хочу поздравить, во-первых, всех работников здравоохранения, особенно сотрудников нашей больницы, коллег наших, пожелать здоровья и счастья, поблагодарить Московскую областную думу за то, что они оценили наш труд в лице весь мой коллектив, с которым мы работаем, поблагодарить, тоже пожелать самое главное. Спасибо. Успехов. Спасибо. Проделана колоссальная работа. Хотелось бы выразить самые сердечные слова благодарности врачам, потому что они находились и находятся, как мы говорим, в красной зоне, рискуя своими жизнями. И это вызывает, конечно, огромное уважение и восхищение. Наряду с врачами большой вклад в борьбу с эпидемией внесли социальные работники, которые помогали нуждающимся слоям населения все эти месяцы изоляции жить комфортно. Их профессиональный праздник страна отметила 8 июня, а сегодня Юрий Липатов вручил самым выдающимся специалистам почетные грамоты от Московской областной думы, подписанные ее председателем Игорем Брынцаловым. Большое вам спасибо за работу. Спасибо. Мы очень рады, что нас сегодня почтила своим присутствием Мособлдума в лице Юрия Александровича, который вручил нашим врачам и моим коллегам из депутатского корпуса награды, в том числе День социального работника недавно прошел. Я тоже от всей души хочу поздравить как своих коллег, так и наших тружеников, которые своим присутствием в ежедневном режиме все равно обеспечивали наших жителей заботой и вниманием. Напомним, что День медицинского работника в этом году россияне отметят 21 июня.